Приветствую вас, дорогой друг. С вами Гуля Мяслева. И сегодня вы узнаете, как активировать карту ПНР. У многих партнеров, которые получили карту ПНР, возникает этот вопрос. Поэтому я решила записать это видео. А на самом деле активация карты очень легкая и занимает буквально 2 минуты. Вместе с картой вы получаете письмо, где написано, что есть два способа, чтобы активировать карту. И первый способ состоит из нескольких шагов. Вам нужно будет зайти на сайт и там активировать свою карту. А второй способ – это связаться по телефону, указанному здесь, и активировать свою карту по телефону. Мы выбираем первый способ и переходим на сайт PNR. Нажимаем на My Account и переходим на страницу, где нам нужно ввести username. Это ваш email и пароль для системы PNR, и нажимаем на логин. И вы входите в свой аккаунт системы PNR, и здесь многие начинают искать кнопку активации. На самом деле нужно обратить внимание на эту надпись, где написано: ваша карта не была активирована, нажмите здесь, чтобы активировать свою карту. Нажимаем. И переходим на страницу, где нас просят ввести номер нашей дебетовой карты здесь и ввести пин из 4 цифр здесь. А пин нам нужно будет придумать самим. Это любые 4 цифры, но обязательно запишите его в надежное место, чтобы не потерять. И в следующей строчке вы повторяете ваш пин. После того, как вы заполните все, нажимаете на Activate, активировать, и все, ваша карточка успешно активирована. Обязательно обратите внимание на то, что написано красным цветом. Если эта карта выдана вам взамен предыдущей, то через 2 часа все деньги и услуги будут переведены на новую карту. А те, кто первый раз получил карту, будьте осторожны. Не используйте карточку, если на ней не зачислены деньги. А некоторые банкоматы могут проглотить вашу карточку, если на ней нет денег. И еще обратите внимание, что вам пришло одно сообщение. Если вы его откроете, то увидите, что компания говорит вам: ваша учетная запись была успешно активирована. Также можете зайти к себе на почту, там тоже найдете подтверждение активации вашей карты. Как видите, все очень просто. Несколько шагов, и ваша карта активирована. Успехов вам в продвижении вашего бизнеса! С вами была Гуля Мяслева. До встречи в следующих видеороликах.